Серик Ибрагимов пересел на машину. Вдоволь находившись пешком в своем предыдущем клипе, в новой работе исполнитель передвигается исключительно на автомобиле. Съемки видео завершились лишь недавно, и перед вами сырой материал. Но уже сейчас понятно, что Серик пошел на большой риск и примерил на себя непривычный образ лирического героя. Я думаю, вы узнаете меня с совершенно другой стороны. Таким спокойным, лиричным, с иным взглядом на жизнь. Мне кажется, в любом человеке сочетается белое и черное. Я могу быть и веселым, и грустным. Конечно, сам я чаще всего сочиняю медленные композиции, но мне нравится быть ближе к людям, а народ любит танцы, поэтому я и пою заводные песни. Но, надеюсь, мой новый трек поклонники также оценят по достоинству. Над клипом работал участник группы «Орда» Ербулат Бедельхан. По сюжету Серик едет к своей возлюбленной, которая на него в обиде. Чтобы девушка его простила, исполнитель по дороге сочиняет своей ненаглядной красивую композицию. И цветы купить не забывает. По словам продюсера певца Алтынбека Рахметова, в новой работе решено было придерживаться минимализма. Главное, на что должен обратить внимание зритель, это сама песня. Кому-то ролик может показаться простоватым, но потрачено на него около 12 тысяч долларов. А вот раскошеливаться на крутое авто съемочная команда не стала. В кадре первая машина Серика, на которую артист копил целых 2 года. Что ж, поздравляем исполнителя с покупкой и ждем с нетерпением выхода клипа, а произойдет это в конце месяца.